Продолжаем общаться с гостями. Никита, как настроение? Отлично. Рад снова видеть вас на выставке. В этот раз мы встречаемся с вами в Петерфуде, но для зрителей хочу задать вам традиционный вопрос. Какую компанию представляете? Мы представляем компанию «Ника». Наша компания занимается импортом орехов, сухофруктов и производством в области СТМ. Мы производим продукцию для таких сетей, как «Метро», «Лента», «Билла» и многих других. X5 Retail Group. Делаем глубокую переработку, делаем кондитерские изделия, классические продукты, арахис жирно-соленый, миндаль, фундук, грецкий орех, кэшью, ореховые смеси, курага, чернослив, изюм и всю эту группу. На рынке уже работаем более 5 лет. Покрытие примерно 250-300 тысяч торговых точек попадает наша продукция. В этом году хотим расширить нашу клиентскую базу. Ну и плюс наши новинки – это продукция кондитерского цеха, это арахис и орехи в карамели, это орехи в шоколадной глазури. И у нас будет уникальный продукт – это орехи в шоколадной глазури без сахара для диабетиков. Товар будет сертифицирован и будет на полках с лейблом «Разрешено для употребления диабетикам». Практически опередили все мои вопросы, которые я хотел вам задать. Хотел, думаю, сейчас я спрошу про тренды, про инновации, которые внедряются в технологии. Как вы определяете вектор, в котором вы развиваете новые продукты? То есть вот орехи, например, там в глазури. Как приходит эта идея? Рынок начинает интересоваться такими товарами? Или вы все-таки как инноваторы предлагаете решение? Ну, продукт это не новый. Здесь мы двигаемся от другого. Мы, как компания, решили сократить все издержки. То есть мы сами импортер, сами производители, сами поставщик в сети. Раньше цепочки делились на импортера, дальше импортер продавал производителю, производитель продавал дистрибьютору, дистрибьютор продавал в сеть. Мы решили сократить все эти издержки, тем самым дать самую оптимальную цену для конечного потребителя. А наши инновации, они связаны с нашим основным сырьем. То есть орехи и сухофрукты – это продукт как в фасованном виде потребляется, в легкой переработке, так и потребляется в глубокой. Кондитерские предприятия на 50-60% используют орехи и сухофрукты для своих изделий. Ну а так как мы сами импортируем и продаем таким предприятиям, то логично, что мы пришли к тому, что сами будем производить кондитерские изделия. Пока легкого производственного уровня, далее будем переходить к более сложным. Ну, теперь я хочу только все это продегустировать, то, о чем мы с вами говорили, потому что звучит потрясающе, ну и на вкус, наверное, тоже великолепно. А вам хочу пожелать хорошего бизнеса. Да, спасибо вам огромное. Мы обязательно угостим вашу съемочную группу нашими образцами.